Дмитриевич Глумов. Вот, желаю с вами познакомиться. Что ж, дядя? Не понял, что. Служите где? А, служил. Теперь не служу, да и не имею никакой охоты. Отчего? Умения нет, дал Бог. Нужно иметь очень много различных качеств, а их у меня нет. Но мне кажется, нужен только ум и охота работать. Положим, меня за этим не станет. Да что толку с этими качествами? Сколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужить человека без протекции, нужно совсем другое. И что же именно? Не рассуждать, когда не приказывают, и смеяться, когда начальство вздумает сострить. Думать и работать за начальников, и в то же время уверять их со всевозможным смирением. Я был глуп, что это все вам самим угодно было приказать. Кроме этого, нужны еще некоторые лакейские качества. В соединении с известной долей грациозности, конечно. Например, вскочить и выкинуться, чтобы это было и подбострастно, и неподбострастно, и холопски, и вместе благородные применения грациозны. Когда начальник пошлет за чем-нибудь, нужно уметь производить легкое порхание, нечто среднее между галопом и обыкновенным шагом. Господи, я еще половину не сказал того, что нужно знать, чтобы дослужиться до чего-нибудь. Прекрасно! Прекрасно! Нет, все это, конечно, очень скверно, но говорите вы прекрасно, вот важная вещь. Здесь назади? Я вон. Что ж, впрочем, все это было прежде, и теперь совсем другое. Да не видать этого другого-то, и притом все бумага и форма, целые стены, целые крепости из бумаг и формы, из этих крепостей, только вылетают в виде бомб сухие циркуляры и предписания. Прекрасно, прекрасно, талант. Я очень рад, что вы сочувствуете моим идеям, но как мало у нас таких людей-то. Да нам идеи-то что? Кто ж их не имеет, таких идей-то? Слова, фразы хороши, вот что важно. Вы знаете, вы могли бы сделать для меня одолжение? Для вас все, что угодно, пожалуйста. Запишите мне все вот это вот на бумажку. Извольте, а на что вам, простите, мое любопытство? Вам я откроюсь. Мы оба люди порядочные, должны говорить откровенно. Мне бы завтра за обедом спич говорить. Думать решительно некогда. Понимаю. Сделайте для меня это, подружка. Стой, Григорий Помилович. Нет, вы дайте мне такую работу, чтобы я смог стать лицом к лицу с моим меньшим братом. Дайте мне возможность видеть его насущные нужды и удовлетворять их скоро и сочувственно. Вот и это бы, кстати, записать. Значит, как я полагаю, по вашему честному образу мысли, вам нужно место смотрителя в каком-нибудь казенном или благотворительном заведении. Да куда угодно, я работать не прочь, буду работать прилежно, сколько сил моих хватит, но с одним условием. Чтобы моя работа приносила действительную пользу и увеличивало количество добра, нужного для благосостояния всей массы. Вот и это бы, кстати, записал. Прелесть! А хотите, я вам весь спич напишу? Ну что ж, видите, долго ли порядочным людям сойтись, перейти на несколько фраз и друзья. А да. Как вы говорите? Ну, это не как что-то вы время. Говорите? Ну, нам такие люди нужны, батюшка, очень нужны. Заезжайте-ка завтра ко мне, часу в 11:00. Действительный статский советник Городулин Иван Иванович. Егор Дмитриевич Глумов. Очень приятно. А взаимно.